Привет, ребята, я просто экстренное включение, я просто тут в Майнкрафте летал, значит, по аду, хотел посмотреть, что за атом, ломал все и увидел это. Как вы спрашиваете, это объясняется? Так надо же найти. Это как это объяснить? Нет, я понимаю, что как бы это ж вообще жесть, ребят. Это вообще жесть, друзья. Я сейчас ношу то, что это тупо то, что вы это тупо, ребят, это ж нереально. Ущипните меня, что ли? Я просто хотел спокойно в Майн поиграть, полетать в аду. И вдруг это обнаружил. Как мне это понимать, друзья? Как мне это понимать? Как правильно? Это тупо то, что это тупо потолок. А, да, в Майне. Может быть, какие-то уже ютуберы это делали видео, поэтому я не знаю. Я просто не понимаю все это время. Помните наше видео с Владом, когда мы с ним мы пока убивали эндер-дракона, нашли кое-какой тайник. Так вот, мне это кажется. А, типа, тут никакой секретки нет. Это хорошо, потому что с меня на сегодня хватит. Что это вообще было? Это не... Я никак не подстраиваюсь, честно. Ладно, закончу на веселой ноте. А именно на том, что я убью Гаста. Иди сюда! Ты пельмень недоделанный. Я тебя спрашиваю, чё ты пельмень, блин? Получил по заслугу. Ладно, ребят, я сейчас это в YouTube выпущу. Вообще, кто же это знал? Кто ж знал? А потом еще Гастов поубиваю. Это реально шок.